Оплатить за проезд теперь можно с помощью смартфона. В Омске с 3 октября запустили новую услугу. Каждый желающий может установить на свой телефон с встроенной технологией NFC приложение «Кошелек». А затем скопировать свою транспортную карту по инструкции, после чего он получит возможность оплачивать проезд без наличных денег и использования своей транспортной карты. Мечам достаточно будет поднести смартфон к специальному терминалу кондуктора, и тот выдаст билет. Список подходящих моделей мобильных телефонов можно посмотреть на сайте муниципального предприятия «Пассажир-сервис».